Приветствую всех на своем канале. Хочу вам сразу показать, как расцвел у меня Тоша уже своим цветоносиком. Смотрите, он пустил новый свой цветоносик. И вот он пустил у меня два цветочка. Смотрите, какой Тошенька красивый. Видите, как нарисованный, как разукрашенный, как картинки. А эти цветоносы, которые, ну, засохли уже, видите, я хочу их отрезать. И хочу вам рассказать, что прежде чем отрезать цветонос, даже самый сухой, нужно обработать обязательно секатор. Потому что орхидеи очень восприимчивы ко всем заболеваниям, микроорганизмам. В общем, они сильно нежные. Их надо любить и ними радоваться. Смотрите, вот этот цветонос вот засох сверху. Я его обрежу по первую почечку. Чуть-чуть выше. Все. И обработаю перекисью водорода. Перекись я взяла вот такую обыкновенную из бутылочки. Налила вот в такую баночку. Очень удобно обрабатывать орхидейки. А этот цветонос, второй сейчас покажу. Он засох, видите? И здесь пустил разветвление. И я его обрежу. Вот здесь. И вот здесь, чтобы не тянуло сильно. Все. Видите? А это, может быть, почечка пойдет в рост и даст мне красивенький цветочек. Вот такой приятный. Тоша вообще очень красивое растение. И смотрите, какой он крупный цветок. Вот по сравнению с вот этим цветком. Сейчас я покажу. Вот у меня Будда цветет. Какие-то неудобства у меня небольшие, но ничего. Вот так соединю, видите? Будда какая меленькая, а Тоша какой крупный, видите? Ну, Будда тоже очень красивая, восковая, цветущее растение. Она благодарная, цветочек тоже хороший. Но Тоша, посмотрите, он тоже восковый, он плотный такой, плотный. Классный цветочек. А хочу вам рассказать другой, девочки. У меня произошли такие неприятные ситуации, и мне пришлось уехать. И я оставила свои орхидеи где-то на 10 дней, может, чуть больше. И покажу, что с ними произошло. Это я купила только новые и оставила. Смотрите, что произошло. Новые орхидейки, и у них случилась неприятность. Когда я остаюсь дома, я слежу за ними, а тут оставила, пересадила их легонечко. Видите, цветочек развалился. Оно все набрякло, отечность пошла. Хотя тут не было отечности, ничего такого способствующего, видите. Керамзитом сухим залила, даже влаги не, ничего не наливала воды. Чуть-чуть так было влажно. Ну, какую купила, такую купила. Уже ничего не поделаешь. Видите, гнилая орхидейка. Сгнила полностью. Вот. Сейчас я высыплю, покажу. Видите, какая неприятность. Я купила такой сорт красивый, которого у меня не было. Ну, корни, когда... Лучше ренемашек не покупать, девочки. Это не наслаждение. Это просто, знаете, покупаете ренемашки, чтобы помочь им выжить, а не для того, чтобы ними любоваться. Вы ними любоваться не сможете. Если вы хотите любоваться, купите подороже орхидейку. Нормальную. Ну, тут нельзя будет спасти. О, может попробовать с одного листочка. Вот это срежу. Все, не выбрасываем. Подороже купить орхидеечку и наслаждайтесь ней и радуйтесь. Вон я как Тошу купила. Посмотрите, какое радостное растение. А это теперь я все выброшу. Смотрите, видите? И вторую сейчас покажу. Такое же состояние. Мирафлору я купила, видите? Мирафлора. Та была биглип мирафлора, а это обыкновенная. И обе одновременно и одинаково, видите, заболели, отечность листиков. Ничего им уже не сделаешь.
Видите, посмотрите. Это произошло всего за 10 дней. Ну, наверное, такая у них судьба была. Я купила по скидочке, думала спасти. Ну, тут даже корень негде спасать. Хоть и корешок этот хороший, а оно пошло вниз гниль. Видите? Ну, это чепуха. Ладно, выбросили. Лучше покупать хорошие орхидеи, чтобы наслаждаться ними и радоваться. Но вообще орхидеи очень живучие. Посмотрите, вот у меня орхидейка. Надо руки обработать, то сейчас буду брать другую, показывать. Еще инфекцию какую-то занесу своей орхидейке. Я их тоже перекисью обрабатываю. Этот листик оставим для укоренения. Он, видите, плотный, это мирофлора. Но он здесь чуть-чуть черный. Сейчас я его обработаю, покажу, что буду с ним делать. Чуть-чуть перекисью так обработаю. Корешочек срежу. Кончик вот этот черный, видите, мокнущий. До живого. И может быть что-то получится. Все, временно оставлю и буду вам показывать, что-то получится или не получится. Иногда у меня получалось. Попробуем с этого. Ну, тут гниющая, видите, кончик, я не могла его оставить. Если бы он был хороший, то вообще 100% его получилось. А так он гниющий. В общем, мирофлоры у меня больше нет. Так ее хотела. Ладно, еще беглиповская какая-то мирофлора попалась. Ладно, чепуха-то все. Будет. Если хотеть, то будет. А лучше уже следить за своими теми, что есть. Смотрите, у меня стояла орхидейка, у нее было вот этот листочек и вот этот, два листика. А эти уже наросли в водичке. Здесь HB101, она стояла просто в водичке. Один корешочек касался жидкости, а остальные были, вон, видите, подчернела шейка, вон я мазала Максимом. И она нарастила вон достаточное количество корней. Такое хорошее количество корней. И я перед тем, как уезжала, засыпала ее керамзитом чуть-чуть. Видите, но корни остались вверху. И она выпустила еще один листочек молоденький. То есть у нее все нормально. Вот этот листик отойдет, видите, он какой-то попорченный. А эти уже все хорошие листочки. Варигатность присутствует. Она будет очень красивая орхидейка. Вообще орхидейки очень живучие. Сейчас вам покажу один вот экземплярчик. Он уже пропадал вообще. Я тоже ее купила, минечку. Пропадал. Я ее ставила в водичку то вот так, то вот так. Но корни, видите, вообще пропадает, пропадает. И она начала пробуждать новые корешочки, видите? Не дай бог, это цветонос будет. Не надо, у нее сил не будет. И смотрите, новые листочки растет. Смотрите, какая красота. Видите? Только ее все время в воде нельзя держать, потому что это же не лилия водная. Это, ну, нужно ее переворачивать. То так, то корешочек намочить, то вообще над камнями держать. Это немножко сложно играться с ней. Но, видите, выживают растения в таких условиях. Даже вообще было без корней, посмотрите. Вообще без корней. И она у меня выжила. Вот новые листочки еще один пускает. И довольно красивые корешочки пускает. Здесь вот у меня в стаканчике камушек. Это для того, чтобы она не сильно касалась воды. И это... Препарат HB101, граминочку я налила. И вот так опускаю, намочу вот по эту часть, а потом поднимаю выше, на камушек ставлю. Вот так вот, видите? Вот. И вот так она у меня живет. А это на одну ночь я ставила вот так вверх ногами, водичку, чтобы касалась. А потом вытираю листочек, чтобы в пазухе листика не попала влага. И ставлю на камушек ее правильно, так как, чтобы не было отечных листиков. Не набралось много жидких листиков. И я их вытираю. И ставлю вот таким образом.
И это орхидея, этим обладает. Вообще орхидеи очень, очень живут, если они ничем не повреждены вредителями там или чем-нибудь. Так они выживают 100%. Вот у меня, видите, какая стоит орхидейка. Вот. Ой. Это у меня леодорочка. Она хотела цвести. Выпускала, потом все засушила. И вот выпускает новые. Видите, цветоносик. Вот этот новый цветоносик выпускает. Вот этот новый цветоносик выпускает. Корней сколько она нарастила. Видите, в керамзите я их выращиваю. Мне очень нравится в керамзите. Вот так налила чуть-чуть водички. Я полную не наливаю, когда поливаю орхидейки. Вот так чуть-чуть налила, корни позеленели, она выпила себе эту водичку. Когда вода исчезает, корни чуть белеют, и я ее начинаю опять поливать. Это когда здоровая орхидея, у них проблем нет. Здесь, кстати, вот еще деточка, надо ее будет отделять. Потом будем с вами вместе отделять. Вот видите, вот деточка. Вот это вот вторая орхидеечка. А тут повредился, очень большой лист был. Прижался, у него что уронили. Я его просто срезала, видите, верхушка. Но сама верхушка не повреждена. Он будет еще расти и цвести, все нормально. Гнили никакой нет, она в идеальном состоянии. Когда здоровую орхидейку покупаешь, так она... И очень приятно тебе, радует твой глаз. Да? А когда такую реанимашку, то очень на них жалко смотреть. Радует меня. Будет следить за состоянием тех реанимашек, которые уже имеются там. Кому интересно, следите за моим каналчиком, подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете очень много интересного с моих роликов. Я рассказываю все подробно, доступно, может, даже и лишнего рассказываю. Ну ничего, мне хочется, чтобы люди узнали побольше и тоже повторяли, и у них получалось все так, как у меня. А вот с этого листика все-таки попробуем что-то вырастить. И на этом заканчиваю. Он очень плотный, хороший, свое видео. Всем удачи, всем пока. Сейчас он просто подсохнет, а я ничего с ним делать не буду. А завтра сниму вам видео, что я буду с ним делать, и как, и что все произойдет на ваших глазах. И будем с вами спасать, наращивать корневую у этого одинокого листика. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.